В общем, я тусуюсь за коттеджем на ненаднюху, как настоящий трубунтарь, потому что за коттеджем же все тусуются. Вот, и сейчас я вам проведу обзорную экскурсию по коттеджу. Вот. Вот он такой большой. Здесь, короче, все тусуются трушные за коттеджем, где нельзя тусоваться. Вот. Вот мы выходим, вот тут у нас делают шашлыки, вот тут у нас баня. Тут у нас собака, мы ее тоже на шашлыки пустим. Вот тут у нас делаются шашлыки. Вот. Паш, ну ты помог бы вообще, а сам пиццу пытание оторвал хотя бы. Кошмар какой. Пипец. Кошмар какой. Я сейчас ударю твой телефон. Это не мой, это Саша, я взял у него. Здорово. Это мне надо просто обзорную экскурсию провести по... Так ты лучше внутри дома проводи. Так я вначале вот сейчас... Показал бы банька какая-то. Я сейчас... Не, ты понимаешь, что я вначале должен бассейн показать вот с моей какого милого песика, с моей какой... Вот, а потом уже... Вот. Здесь у нас типа двор такой. Вот. Типа мы сюда заезжаем. Круговой и такой вот двухэтажный. Вот что-то все выходит. Иди сюда. Иди ко мне. Вот, сейчас мы пойдем внутрь, тут такой живописный закат. Вот, через призму бокала он вообще еще живописный. Вот. Я не знаю, эту хуйню, которую я снимаю, вообще кто-то будет еще смотреть, нет? Тут у нас прихожая. Вот, прихожая такая. Куча, блядь, куча тут тапок, тут темно, не видно, где выключатель. А вот тут куча тапок, а я принес свои из дома, и они такие же. Не точно-точно такие же. Вот. Короче, тут такой предбанник. Раздевалочки, и сейчас мы пойдем на всю тусовку. О, тут уже, наверное, спит. Нажрался. Вот, это у нас гостиная. Все находится. Вот это наше мусорное ведро. Вот это наша кухня, барная стойка. Ну и холодильничек с пивом. Там много пива. Вот у нас тут телек. А где телек? Телек где? Телевизор где? Понятно, телевизор с пиздой. Суицидом покончить жизнь, и там вот у нас Бен. А где телевизор, Эля? Вот я, кстати, хотел туда вынести. Это у нас предбанник, причем предбанник здесь, вместе с толканом. Причем предбанник здесь. Ни шапок никуда нету. А сауна у нас тут, в бассейне. Это вот она. Она. Там сауна. Душевые. И ведерко. Ведерко можно потянуть. Но типа... таз набирать и на улицу выходить с ледяной, потому что это все хуйня. Целуйтесь, целуйтесь, не, на камеру целуйтесь, да. Главное, не подкидывай в зал.
я ничего не подкидываю. Это на Сашин телефон, это хоум-видео, это Сашин телефон, все нормально. Вот, тут у нас второй этаж, лестница, очень винтаж такой. Тут геймзона. Ебать, о, геймзона, блядь, Света, включите. Я тут переодевалась, они закрылись. А туда нельзя, туда нельзя. Нет, тут человечек зачеркнут, вообще нельзя ходить. Включите здесь свет. Не может быть. Я там говорю, там вещи свои оставляла. Ян, вещи вот здесь, вот в этой комнате. А может, тут человечек зачеркнут. А, да, вот они твои вещи. Что делает с человеком беременность, да? Тут кто-то уже тут спит. Это я? Нет, это не ты, я, но вот если ты посмотришь, тут кто-то уже спит. Так, мне нужен мой телефон. У нас есть тут, кстати, помимо старого телека. Так, вот мой телефон, и мне кажется, кто-то звонил. А кто мне звонил? Мне известно. У нас есть Sega Master. Пол 11-го? Кто это мог быть? Паша. Пол 11-го? Мама, наверное. Паша, нет, это не моя мама. Моя мама телефон. Дочь, может быть. Нет, моя дочка с папой находится. Это точно не мама и не отец. Может, Аня? Аня была все это время вместе со мной. Кто же это мог звонить? В общем, у нас есть Sega, нет, Dendy Magister 8-бит, без картриджей. Вот. Без картриджей? Без картриджей. Это кто сейчас спит? Блин, я только сейчас его увидела, это кто? Я тебе сказал об этом 5 минут назад. Я хочу... Паша! Чего? Мне телефон упал. Я же не закрывал дверь туда же. Вот. Тут у нас другая комната, вот, такая вот, с диванчиками тоже. Сейчас куда-нибудь. Сейчас куда. Бля, я сразу сказал, сюда надо, ой, бля, телек сюда поставил, забись. Тут у нас балкон, а, кстати, оп, и оп, ванночка такая, ванночка. Надо сейчас танцы будет. Танцы это укладывают. Да главное, чтобы не пустить, если не пиздануть. Балкон такой. Достаточно такой. То я тут с этого балкона можно ставить такой, типа, и если кто-то выйдет, такой типа кричишь. Вы кто такие? Я вас не звал, блядь. Ты кто такая? Я тебя не звал. Пиздуйте нахуй отсюда. Мясо горит, блядь, а ты не видишь. Сейчас я принесу. Тут какая-то комната тоже. Диванов, какие-то вещи кто-то уже, блядь, понаставлял. Да, там можешь дверь лучше закрыть. Да, закрой, сейчас пью. Главное, баньку натопили вообще. Ну, это тоже такая вот. В общем, это обзорная экскурсия. Я, конечно, извиняюсь, что было мало меня в кадре. Меня. О. Ну, в общем, все, обзорная экскурсия подходит к концу, да? Да. Да. Да.